эксцентриссимо. Золотой лист из короны Наполеона выставили на торги. Причем точно известно, что лист в коронации 804 года не участвовал. Но это не помешало ему вырасти в цене на аукционе в 6 раз. Вместо 100 тысяч евро он принес аукционному дому 625. Бонапарт вынул его из короны, потому что решил, что она слишком тяжелая. Императорская шея ни под чем не должна сгибаться, даже под золотом. Чем дальше исторические события, тем на более мелкие кусочки делят связанные с ними артефакты умельцы зарабатывать. Вот и корону Наполеона сначала облегчил его ювелир Мартен Гийом Бьене, вырезав оттуда 6 листов. А в 20 веке постарались другие спецы по золоту, и на торгах появился лист, который в короне на коронации был. Но запчасти короны не предел. Даже волоски французского императора на торги выставляют. И покупают по 2000 долларов за штуку. Это один из самых дорогих подобных лотов с того времени, когда люди додумались торговать волосами. Локоны Элвиса стоят 1500, Джордж Харрисон дороже – 2800. Конечно, богатые господа предпочитают брать их пучками, но иногда по одному. Ведь, как гласит восточная мудрость, тот, кто много накопил, многого лишится. А это вовсе не в олигархических интересах. По-настоящему тонкий вкус демонстрируют молча. Салоны «Остров сокровищ» – стильные коллекции часов по доступным ценам. Эксцентриссимо.